Всем привет! Это «Утро Хакасии». Сегодня пятница, значит, с вами я, Максим Соболев. И наша задача – как можно лучше подготовиться к Новому году, что будет у нас на новогоднем столе. Сегодня вновь речь пойдет о закусках. Подробнее расскажу сразу после обзора событий дня. На улицах Абакана начал работу мобильный патруль. Автоинспекторы на гражданских машинах фиксируют на видеорегистратор нарушение правил пассажироперевозчиками. В первый же день водителю автобуса был выписан штраф – 9 500 рублей. Лишь один житель Хакасии решил обзавестись дальневосточным гектаром. После оформления соответствующих документов абаканец вместе со своей семьей весной 2018 года поедет на новое место жительства – в Приморский край. В республиканском отделении общества слепых открылся кабинет здоровья и социальной реабилитации. Одно из его помещений отведено под спортивный зал. Здесь современные тренажеры, а также теннисный стол, оборудованные для незрячих спортсменов. Друзья, я всегда говорю, что закуски – это все-таки главное не только на новогоднем столе, но и вообще на любом празднике. И давайте приготовим горячую, острую закуску с карбонатом андреевским. Для приготовления острой закуски нам потребуется карбонат андреевский от Мавра, немного репчатого лука и чеснока, небольшой молодой кабачок, твердый сыр и консервированная красная фасоль в соусе чили, а также кусочек сливочного масла для обжарки. Итак, лук и чеснок нужно мелко порубить. Карбонат нарезать кубиком. С кабачком поступаем аналогичным способом, режем в мелкий кубик. В сковороде растопить сливочное масло, выложить лук, чеснок, карбонат и кабачок. Обжаривать все это на среднем огне до мягкости овощей. Затем выложить консервированную фасоль в соусе чили, перемешать и прогреть 3-5 минут. Добавить по вкусу соли и можно немного сахара. Затем разложить массу по кокотницам или по любым другим маленьким формочкам для запекания. Посыпать тертым сыром и запечь в духовке при 220 градусах около 10 минут до образования сырной корочки. Такую закуску к столу нужно подавать горячей, сразу из духовки. Острая, вкусная, будет как никогда кстати к самому началу застолья.